Ламікон Дермгель обирай, скажи грибку прощавай. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступні дві години ми проведемо разом. Далі будемо говорити про результати виборів у Грузії. В самій Грузії їх називали визначними. Так, залежно від результатів, буде зрозуміло, куди далі буде рухатися країна. Центральна виборча комісія Грузії заявила про перемогу правлячої партії «Грузинська мрія». Їй віддали 54% голосів, за даними ЦВК. Опозиційні партії, які обіцяли перед виборами об'єднатися, сумарно отримали близько 37% голосів. Ці опозиціонери, вони говорять про фальсифікації, навіть про масові фальсифікації на цих виборах, також закликають громадян Грузії виходити на протести. Проте, якими будуть наслідки цих виборів, ми будемо говорити з політологом із Грузії Гія Хухашвілі, з нами на зв'язку. Гія, здравствуйте, приветствую вас в ефірі. Добрий день. Ну, в первую очередь, конечно, хочу задать вопрос. Результаты выборов, насколько они являются предсказуемыми для вас, как вы их оцениваете? Ну, это было ожидаемо. Ну, была такая надежда, что власть как-то, значит, примирится с проигрышем, но власть, к сожалению, цепляется за сохранение своих, значит, привилегий, скажем так, и в принципе они пошли на узурпацию власти, пошли на злостные нарушения предвыборной части выборов и в день выборов, и в принципе эти нарушения приняли такой системный характер, имели системный характер. И в принципе можно сказать, что волеизъявление народа не отразилось на этих результатах. То есть по всем выкладкам, даже по, значит, экзит-полам оппозиция переигрывала власть, но, к сожалению, картина оказалась... То есть официальные результаты говорят о другом. Ну, это, естественно, вызвало протестную волну в Грузии. Почему? Потому что сейчас мы не просто власть выбираем, а выбираем вектор долгосрочного развития страны, то есть это некий референдум. И в принципе это придает вот этому протесту особый драматизм. Так что сейчас мы находимся вот в этом протесте, здесь много компонентов должно сложиться для того, чтобы все это довести до результата, то есть до подтверждения европейского выбора Грузии. Гия, то есть вы точно не среди тех, кто верит, что грузинская мечта набрала 54%. Мы помним, какие аргументы использовались, среди прочего, но одним из таких очевидных манипулятивных было то, что, ну вот, если вы нас не выберете, будет война. Более того, были эти рекламные щиты, рекламные борды с фотографиями разбомбленных украинских городов. Вы не верите в эти 54%? Нет, не верю. Несмотря на то, что пропаганда в некоторой степени сработала вот с этой войной и миром, да, то есть они вынесли свой вопрос. И, в принципе, они очень интенсивно поработали, но кому-то промыли мозги, да, это я понимаю. Но все-таки этого никак не хватало для того, чтобы выиграть выборы. И потом пошли разные, значит, инструменты были применены, это, значит, шантаж, значит, подкуп, манипуляция с ID-картами и так далее и тому подобное. И, в принципе, сейчас чем занимаются вот наши НКО и партийные соответствующие технические службы, это собиранием документально подтвержденных, значит, фактов всех этих нарушений. Это важно для того, чтобы это все показать уже, да, документально показать нашим западным партнерам. И почему? Потому что, знаете, поддержка Запада вот
то есть в этом вопросе сейчас очень важна. И не только риторическая, а Запад уже должен перейти на конкретные действия. То есть США, я думаю, уже должны расширять санкционный список, с одной стороны. Европа должна уже конкретные решения принимать, в том числе и с временным приостановлением визового режима, для того, чтобы власть и людей, их поддерживающих, в том числе введенных, значит, скажем так, в заблуждение, да, что как бы вот таким странным путем эта власть через Россию ведет нас в Европу, да, власть и так говорит, что да, мы все выстраиваем по российским лекалам, но мы все-таки идем в Европу, да, что абсолютный идиотизм. Но, ну, кому-то они промыли мозги. Так что сейчас Запад должен подтверждать, что с этой властью они дело иметь не хотят. В этом случае, я думаю, что вот эта волна протеста, волеизъявление грузинского народа можно будет подтвердить вот именно вот тем путем, к чему власть толкнула нас. Ну, вы знаете, что президент как единственное легитимное лицо на сегодняшний день в Грузии, она вчера заявила о том, что выборы были сфальсифицированы, и сегодня в 7 часов вечера уже начинается некое протестное движение. Ну, политические партии заявят о своих планах, то есть как мы достигаем цели. Да, это не должно быть, конечно, просто такое не должно выражаться в эмоциональном всплеске каком-то, да, на холодную голову, рациональный план должен быть представлен для того, чтобы народ понимал, что хорошо, да, мы выходим на протест, мы поддерживаем, ну а дальше что, да, что будет завтра, послезавтра и так далее. Ну, желательно, чтобы партии это на доступном языке уже объяснили сегодня народу. А дальше будем следовать этому курсу. Еще раз повторяю, очень важна поддержка Запада грузинского народа. Мы должны чувствовать их плечо, как бы, да, и в этом случае я думаю, что все достижимо. Вы говорили о том, Гия, что действительно важна поддержка Запада сейчас, да, в том числе и политической оппозиции, которая говорит о фальсификации. А может ли правящая партия «Грузинская мечта» рассчитывать на поддержку России? Как вы считаете, какой это поддержка может быть? От России? Ну, понимаете, в чем дело. Я все-таки надеюсь, что до драматического сценария, то есть до противостояния такого гражданского, дело не дойдет. Да, в Грузии мы, да, эмоции выплескиваются очень часто, но как-то ухитряемся обойти вот, такие особенно драматические, тем более, не дай бог, трагические события. И в принципе, я очень надеюсь, что власть, которая все-таки, идя в Россию, прячется за флагом Евросоюза, не пойдет на какие-то радикальные меры. Ну, ФСБ уже в Тбилиси, их не надо приглашать в Грузию, они уже здесь давно. К сожалению, они контролируют, ну, скажем так, целые сферы, и у них очень, значит, внушительные позиции уже и в экономике, и в информационной сфере, и в культурной сфере. К сожалению, ну, с миграцией вы знаете, что происходит в Грузии, да? Так что, да, эти сложности есть. Исключать нельзя, конечно, такое прямое уже вмешательство с российской стороны. Исключать нельзя, но я думаю, что этот сценарий, если все пойдет правильно, маловероятен.
Ну вот вы сказали действительно о том, что ну, грузины, они люди эмоциональные, тем более, когда речь идет о выборах, которые предопределяют курс страны, да, на, вот, на будущее, европейское будущее страны. Какие, в принципе, ожидания тогда от протестов? Мы тоже понимаем, что правящая партия «Грузинская мечта» ну, ожидала протестов, готовилась к ним. В таком случае... Давайте так, хороший и плохой сценарий развития протестов, какими вы их видите? Ну, опять же, повторяю, я сказал, что должен быть план, да, конкретный план, значит, должен существовать. И если все пойдет планомерно, и все это будет развиваться, то есть... на рациональной основе, и если Запад уже, то есть западные инструменты заработают, здесь расчет на что? Да, расчет на то, чтобы в систему закралась коррупция. Потому что в системе тоже работают люди, да, и полиции, и, значит, в других институтах, на чем держится любой узурпатор. И, в принципе, эти люди, когда почувствуют, что, значит, это уже может коснуться их благополучия, их безопасности, их семей, я думаю, что в Грузии так и происходит. Уже система начинает саботировать власть. И, в принципе, это, с этого уже начинается вот обвал, да, вот такой по принципу... значит, снежного кома, да. И когда начнется обвал, ну, власть-то на самом деле держится на куриных ножках, они опираются на конкретных людях, на конкретную полицию, спецназ и так далее. Там, опять же, повторяю, работают люди. Грузия маленькая страна, значит, все как-то родственники друг друга или там соседи и так далее и тому подобное. Так что эти люди на беспредел их повести власть, особенно власти не удастся, скажем так. Да, вот я о саботаже вам говорил. И с разных сторон могут оказаться, значит, члены семьи, там, братья, сестры и так далее и тому подобное. И система, как только вот даст сбой, все это развалится просто, больше ничего. Вот вам и сценарий. Опять же, мы помним, как проходили протесты предыдущие, которые были в Тбилиси, они касались и законов об иноагентстве, и, кстати, закона об ЛГБТ. Когда вы говорите о том, что система саботирует власть, какие симптомы, какие признаки этого вы видите уже сейчас? Минутку, я сейчас исправлю. Так, все. Значит, минутку. Да, я повторю вопрос. Вы говорили о том, что действительно, если говорить о силовых ведомствах, да, то на что может полагаться правящая партия «Грузинская мечта»? Это может быть спецназ, это может быть полиция. Так вот вопрос в том, какие симптомы... Почему это не произошло? Простите, что вы говорите? Тогда... В чем разница, да, что происходило 20-го, и почему тогда не удалось там достичь цели, и почему сейчас может это получиться? Потому что тогда система еще, значит, тогда выбора такого экзистенциального Запад или Россия, они ставили, такой выбор не ставили. Ну, надо... Да-да, у вас перевернулась картинка, ничего страшного, бывает, прямой эфир у нас... Много всего происходило. Значит, тогда не стоял такой экзистенциальный выбор, да, Российская империя, назад в Российскую империю или в Европу. Тогда, ну, дело касалось, значит, одного конкретного закона, и, в принципе, сейчас пойти на какие-то радикальные меры, и с одной стороны, и с другой стороны, значит, правоохранителям тоже было непонятно, почему такой шухер, да, поднялся из-за пустяка.
И система тогда сохраняла стабильность. Но сейчас выбор другой, да, куда идет страна. Какое будущее ждет наших детей и внуков, да, в том числе и полицейских. Так что сейчас вопрос, цена вопроса во 100 крат, значит, выше, чем тогда. Так что, соответственно, шансов достичь цели намного больше, конечно, чем тогда. Если я смог. При этом очевидно, что аналитики, которые понимали, к чему ведет правящая партия, да, к чему ведет правительство, что эти законы, принятые, конечно же, предполагали дальше триумф грузинской мечты. Ну, собственно, сейчас они это и декларируют. Вы сказали о том, что важна, понятно, поддержка Запада, важно ощущать плечо Запада грузинской оппозиции. При этом мы увидели, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан еще до официального объявления результатов по «Здравия грузинскую мечту», если не ошибаюсь, он прямо сегодня с визитом в Тбилиси, он будет или уже прилетел в Грузию. Какой интерес Орбана? Опять же, как вот эти заявления премьер-министра Венгрии нарушают единство Запада по поводу результата выборов в вашей стране? Ну, понимаете, в чем дело? Во-первых, визит Орбана и его активность – это, значит, в смысле ощущения и, значит, принятия решений в Евросоюзе, как играет как раз обратно пропорциональную роль. Да? Это больше раздражает Европу, чем, значит, помогает в чем-то нашей власти. А, ну, в чем интерес Орбана? Да, Орбан позиционирует себя таким ультраконсерватором, занимается вот той технологией, которая в свое время отработана еще в КГБ при Советском Союзе, то есть на уропатриотических каких-то, на таких псевдоценностных вопросах, и в принципе на этом и играет, да, и так себя позиционирует. И, значит, не соблюдая те правила игры, которые в Европе, противостоя, потом выторговывая что-то и так далее и тому подобное. Орбану, конечно, нужны партнеры. Да? Он же по европейским меркам он гадкий утенок, скажем так. Да? И, значит, и когда он находит, то есть наша власть, и пропаганда нашей власти во многом была сымитирована от той политики, которую ведет Орбан. Так что здесь есть что-то общее между ними. И так что, в принципе, все это естественно. Я думаю, что Орбан – это не тот человек, который будет говорить и будет говорить, значит, голосом которого Европа будет говорить с нами, как раз наоборот. Так что идет естественный закономерный процесс. Ничего я в этом особенного не вижу. Ну, вы знаете, действительно создается ощущение, что Виктор Орбан на таком коротком поводке у Кремля, в смысле он делает все, что хочет Кремль, да, все, что выгодно Путину. И вот одна из таких, конечно, один из таких жестов... Да, сказали, давай в Грузию, да. Да-да-да, и визит в Грузию, поддержать сразу же результаты выборов, ну, вроде как это не мы делаем, а вот смотрите, руководитель европейской страны не самый последний. Маргарита Симоньян уже поздравила тоже нашу власть. Да? Простите, не слежу за Маргаритой Симоньян, но вот теперь буду знать, да, это тоже важный факт. Она написала, что вот грузины победили. Собственно, победили. Да, грузинами он считает тех людей, которые практически проголосовали за возвращение в Советский Союз. Кто эти люди? Вот давайте поговорим все-таки про электорат грузинской мечты. Скажем так, оппозиция утверждает, да, что 54% они не набрали. При этом экзит-полы, в том числе и оппозиционные, говорили о том, что грузинская мечта может... Около 40%, там около 40 до 42% это вот экзит-полы оппозиционных телеканалов.
Кто эти люди? За что они голосуют? Можете ли вы объяснить нашей аудитории? Это временщики, которые присосались к власти и просто элементарно, банально зарабатывают. Второй сегмент, ну, более такой внушительный, это люди, которым промыли мозги, которых, значит, у которых вызвали ощущение, что если власть изменится, будет война. Да, и, в принципе, и пропаганда очень агрессивно работала в этом плане и насаждала мнение, что если власть изменится, сразу же на другой же день начнется война. И как бы вот на этих страхах они сделали выбор. Ну, подкуп – это самое распространенное. Подкуп, там шантаж, страх перед потерей работы. У нас же публичный сектор довольно-таки внушительный. Да? У нас же экономика как таковая, частный сектор не работает. У нас почти половина работающего населения работает на госслужбе. И просто собирали прямо, кому доверяли, их просто заставляли идти, значит, и голосовать за них, а кому не доверяли, и у них просто отобрали ID-карты, и по этим ID-картам, значит, свои доверенные лица и голосовали. У нас были даже случаи, когда мужчина голосовал за... Извиняюсь, еще раз. Да-да, перевернулась картинка, ну, бывает снова же, да-да-да. У нас были такие, значит, комические случаи, когда мужчина голосовал, значит, с ID-картой женщины, да, это в одном из районов произошло. Регистраторам было дано указание, чтобы они закрывали глаза, чтобы не верифицировали, значит, избирателей. И, в принципе, комиссии целиком были укомплектованы родственниками и прямыми, значит, госслужащими. И вот вся эта канитель вот так и крутилась. И, в принципе, что касается избирателей, еще раз повторю, это временщики, это люди, которым, значит, промыли мозги, и, ну, в некоторой степени это эти люди, которые не любят эту власть, но еще больше не любят предыдущую власть, то есть власть Саакашвили. Да, есть такая каста уже сложилась в Грузии, которые всегда голосуют против национального движения. Сейчас как бы на втором полюсе не было национального движения, но опять же, пропаганда работала так, что всех других партий тоже обзывала национальным движением, да. И, в принципе, есть люди, которые вот так безалаберно, без, значит, вопросов верят этой пропаганде и следуют ему. Ну, административный последний вопрос. Простите, вот у нас совсем немного времени осталось в эфире, но вопрос важный. На ваш взгляд, а что, каким должно быть давление, чтобы Бедзина Иванишвили, олигарх, самый влиятельный человек в стране, отказался от власти? То есть, что должно произойти? Ну, понимаете, в чем дело? Он на сегодняшний день не видит гарантии сохранения своего благополучия и безопасности. Да, он не доверяет никому. Он живет сейчас в таком, значит, состоянии страхов. То есть он боится всех и вся. Боится, с одной стороны, Запада. Запад, да, может дать ему гарантии, но он Западу уже не доверяет, потому что он много чего уже испортил. Да, и, в принципе, боится, что Запад его потом кинет. Ну, он сам кидало, да, и любой кидало мыслит по мере своей испорченности, скажем так, да. Он боится Путина, потому что Путин может полониум там применить, да, потому что там тоже выданы бедные какие-то гарантии. Он боится внутри общества и так далее и тому подобное. Так что, кроме как, значит, владеть властью, он гарантии сохранения вот собственной безопасности на сегодняшний день, как оказалось, не видит.
Не видит. Очевидно, что такие гарантии должны быть ему предоставлены, только тогда он сможет отказаться от власти. Гия, спасибо вам большое за вашу аналітику. Політолог з Грузії Гія Хухашвілі був з нами на зв'язку, говорили про результати виборів грузинських, парламентських виборів в Грузії. Партія влади стверджує про те, що вона перемогла і отримала 54% голосів на цих виборах. Опозиція говорить про те, що ці результати були сфальсифіковані. Ну і зараз Грузія очікує на масові протести. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.